Здоровое тело, крепкий дух, воля к победе и любовь к родине. Вот что отличает 20 ульяновских юноармейцев. Эти смелые юноши отправились в Пензу представить регион на военно-патриотических сборах «Гвардеец». Ребята демонстрировали свои способности в военно-прикладных, спортивных и творческих конкурсах. Командный дух у нас супер. В баскетболе и в волейболе вот у нас вообще прям более-менее идет. Баскетбол мы закрываем все пока что. Набираем там по 50 очков за игру. Кто шарит, понимает меня. Программа состязания включала конкурс на лучшую визитную карточку, музыкальный конкурс, стрельбу из пневматического оружия, разборку и сборку автомата, метание гранаты, строевую подготовку, мини-футбол, дартс и баскетбол. В последней дисциплине сборная Ульяновской области одержала безоговорочную победу. Чтобы все были дружные, как мы сегодня в этом году гвардейцы, все вместе были, играли так же хорошо, все было, в общем, без травм, как там все время говорит полковник. Ульяновцу Денису Ледакову на сборах вручили памятный знак за проявленную выдержку и высокую воинскую дисциплину. Юноармейские сборы инициированы полномочным представителем президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым. Соревнования «Гвардеец» проходят в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Светлана Карпухина, Улправда ТВ.